Добрый вечер, ребят. Ну, все меня, по-моему, уже знают. Звезда Ютуба, дядь Гарик. Или дед Гарик. Ну вот, сегодня решил приехать в Пискаре. Вот, открыть форелевый сезон. Ну вот, открыл, конечно, но я рассчитывал на 4 штучки. Но видишь, Бог, как говорит, жаловался надо мной и дал мне 9. Ну так, что рассказать? Вообще, сегодня утром до запуска-то одна штучка была. Вот. После запуска, ну так, проклюнулась, вот, резко так, на 2 удочки сразу. Вот. И брала в основном на рыжий, или как он, сыр, я не знаю, но он рыжеватый такой. Вот, в основном. На чеснок так, двухцветный. Потихонечку дергала. Ну, в результате вот посидел, конечно, по-моему, до 5 часов. Хотел еще посидеть, но я мужик-то слепой. И пора, наверное, домой. Вот. Ну, еще решаюсь на завтра добить все-таки открытие сезона. А то, как это, все говорят, не клюет. Вот она, пожалуйста, ловите. Вот. Ну, до новых встреч. Приезжайте еще. Да.